не забудь повадки эти. Сейчас пойду на кухню, да. Мечтай. Нет ничего опаснее на свете, чем женщина на кухне. Так и знай. Ты себя вообще что представляешь? Лишь нагруби, и тебя вряд ли кто спасет. Мы ж плюнем в борщ, а ты и не узнаешь. Или надеем тебя вдруг раз и пронесет. У нас на кухне скалка, как дубина. Сковороду возьмем мы, что потяжелей. Какой спецназ, он отдыхает, о мужчина. У нас и газ есть, и коллекция ножей. И молоток, которым мясо отбиваешь. А ты грубишь, расставив ноги. Прям мишень. Ты чё, ковбой, совсем что ли не знаешь, сколько яиц мы бьем на кухне каждый день? А сколько времени мы в день с ножом проводим? Это тебе не 5 минут его кидать. Вот если мы тесак на ногу вдруг уроним, то пальцы будешь долго собирать. А вес чугунной сковородки, да по роже. Давай-давай, попробуй меня матом обозвать. Один удар, и больше ты жевать не сможешь, а только супчик через трубочку всосать. На кухне женщину ждет подготовка к браку. Лапшу мы учимся там вешать, мозг пилить. Заварим кашу и съедим собаку. И в огонь масло сможем запросто подлить. Да кто такой ты, чтобы гнать женщину куда-то? Ты обеспечил кухню, спальню и кровать? Не обеспечил? Значит так, сначала хата, а дальше можешь и приказы отдавать. А то нашлись тут, ну представьте на минутку. Сам ни мозгов, ни рожи, ни бабла. А хочет повара, модель и проститутку. И чтоб на кухню по команде она шла. Вы чё, ребята, часом бы не охренели? Бухают, курят, не работают. О, да! Они кухарку-проститутку захотели. Вы недостойные засранки, господа. Вот когда бросите вы вредные привычки, тогда и требуйте здоровую жену. Неадекватен ты, бери шизофреничку. А изменил, так удивляешься чему? Или ты думаешь, что верная она будет? Моральному уроду стерва подойдет. Принцу принцесса, а убийцу баба сгубит. Тот, кто посеет что, тот это и пожнет. Но не хочу заканчивать на грустной ноте. Хвала спортсменам, пахарям и мудрецам. Для умниц и красавиц вы живете, и ваша жизнь угодна небесам. Хвала и честь всем верным и надежным, смешным и добрым, романтичным и простым. Всем честным, сильным, мудрым, благородным. Такой мужчина уважаем и любим. Ему не надо в интернете понтоваться, раз может женщину ценить и уважать. Они и так ему готовы покоряться. Любить, готовить и носки стирать.